Этот выпуск будет посвящен стальному охотнику, но прежде чем начать рассказывать об этом режиме, понравился он мне там или нет, как вообще в него играть и так далее, я снова хочу сделать небольшое музыкальное вступление, потому что у НСС, у этих крутых ребят опять появился новый трек относительно недавно, и вот под него хочу небольшое вступление бахнуть. Погнали! Сегодня мы с вами будем охотиться. Стальной охотник же. Охеренный режим. Вот реально охеренный. Мне прям вообще зашел. Я не знаю, как его там варгейминг убирать будет или оставлять, но, блин. Я бы его реально оставил просто вот периодически выкидывая какие-то там боевые задачи под него, чтобы просто в него народ еще играл даже после того, как этот фестиваль или вообще этот квест, эвент, сука, кто-то уже светит. Вот он. Засветил и съебался. Ну, в принципе... Я сейчас то же самое буду делать. Здесь вообще как бы бессмысленно вначале воевать, потому что очень велик шанс, что пока с первым воюешь, второй где-то здесь тоже выскочит и просто доберет тебя. А сдохнуть вначале — это очень зашкварно. У тебя сразу два шеврона отковыривают. А мне сейчас остался один шеврон до 25 левела. Один шеврон. Нет, то есть до середины игры просто дожить. Можно даже не воевать, блядь. И возьму 25-й. Так, ну почти 5-й левел накрабил уже. На врагов все нет. О, это ты откуда, сука, меня светанул? Не, ну так далеко не мог, но где-то рядом. Я ж только что радар заюзал, его здесь не было, сука. Где ты, сучок? Вот он, блядь! Ты как меня светило, не пойму. Ага, пробей, блядь. Так, братан. Бля, не, мне до 5-го не успеет добраться. Еще где-то 1/3 останется. В лючок тебе ебануть по дороге. Попал. Отлично. Не, ну раз ты съебываешь, значит у тебя ничего вкусного нету. А раз у тебя ничего вкусного нету, значит тебе можно пердак сейчас подпалить. 3 раза попасть по тебе, и я буду с пухой. Ну или побольше, сука.
На ходу стрелять с немца это такое. Интересно, куда ты побежишь? Ты бежишь по краю карты, сука? По краю, блядь, без съебаться больше некуда. Налево. Наверное, ты здесь будешь. Привет, блядь. Как неожиданно, да? Откуда? Как я догадался, что ты здесь будешь, блядь? Заебал ты хиляться уже, а? Да. Вот что характерно. Советов поджечь в жопу очень сложно. Но, по крайней мере, у меня вообще не получается. Меня поджигали на совете. Я не могу. Реально. То есть с фугасов сраку, если зарядят, еще как-то, да, есть возможность поджечь. Сдохнет, блядь. Ну не трать ты мое и свое время. Пожалуйста, просто остановись, дайте старана доберу. Дурачок. Сука, неугомонный какой, а. Все, у меня фугасница. Пойдем искать врагов. Теперь самое время, блядь. Самое, сука, время. Где? Где, блядь? Вот он, немчура. Вот, вот немцы охуенно горят. Правда, с фугаса, но, сука, вот он охуенно поджегся. Просто вот. Все, братан. В ангар, сука. Иди. 6 уровень. Ну, здесь кто-то еще есть, по-любому. Эти трое там все посветились, блядь. Посвящены они. Ну, мне как-то... Уже крабить беспонт? У меня все есть. Авиаудара нету, конечно, хилялки нету, но, сука, все основное у меня есть. У меня есть пуха. И враг. Я вижу врага. Ой, бей его, блядь! Хуярьте друг друга! Я вам помогу. Так. За одним немцем погонишься, блядь, от обоих пизды получишь. Давай, вот с тобой повоюю. Обмен любезностями не пробитие. Давай, капканчик. Капканчик. Куда ты поедешь? Ты поедешь в капканчик, да? Ты поглубже поедешь. Разворот у тебя, блядь, поворот, да. На тебе в сраку. Сука, не горит. И немец не горит, сука. Вот в сраку, фугасом, блядь. И не горит. Да, мы с тобой поедем. Да. Блядь. Как я обожаю это непробитие постоянно. В жопе. На. Опять не горит. Не хочет гореть. 7-й левел, между прочим. Давай. Ты меня все равно отхиляешь. Я же тебя сейчас добью и от тебя же отхиляюсь. Дурачок. Вот они вечно надеются на то, что они мне бока взорвут. Или что? Нахуя я сюда приехал? Непонятно. Так, ну этот братан далеко. Мне до 8-го, кстати, вот сейчас докрабить. Тут наверняка есть какие-то... Вот. Зелененькое. Дратуйте! Дратуйте, немец! Только я тебя не пробил, ты мне гуслю пробил, блядь. А, давай мы сейчас поиграем в план капкан. Нет, ТТХ увеличены, блядь. Сейчас я тебя в капкан посажу. Сидеть. Сидеть бояться. На, блядь. Как-то ты быстренько закончился. Опасный малый. Еще 6. Еще 6 додиков. В принципе, 8-й добить и пойти прям вот конкретно охотиться. Надо добивать долго. Где вы здесь, блядь? Где? Я 8-й, я фуловый. У вас 5 штук. Ух ты, ух ты. А давайте я вам, блядь, подкину плюшки. Сука, в этого не попал, этого, блядь, обосрал. Сука, он еще и в тумане, ежик ебаный. Сиди тут, я вот с красным рассветом побегаю. Пока этот там лошадку ищет, блядь. Да стой ты, ёпта. Стой. Стой. Стой, блядь. Сука, чтоб ты перевернулся, а? Хули ты кругами бегаешь? Для тебя игра уже окончена давно. У нас 4 останется. Ты уже не в расчет. Вообще никак. Только просто бегает всю игру. Интересно, хоть кого-нибудь за всю игру убил, или он так и бегал, блядь, всю игру здесь? Да топ-5, кстати, 2 шеврона получит. Блядь, чё ж я такой косой-то, а? Ты понимаешь, педрила, что вот из-за тебя в меня другой кто-то стреляет? Я ж тебя сейчас размудохаю здесь. Стой уже. Лежать. Так.
Помчали за аэродропом. Почему бы нет? Они там где-то воюют все. У меня тут два аэродропа лежит. Вообще бесхозно. Нихуя кто сюда подъедет. Если даже подъедет, получит пизды. Я ж фуловый уже, все. Сзади, блядь. Как я охуительно в зоне оказался вообще. Ребята там воюют, их уже зона хавает. А я тут бегаю, дроп собираю. Так, ну вы там воюете друг с другом, конечно. Я вам что, мешать буду, что ли? Хе, конечно буду. Зачем я еще сюда приехал-то? Я тебя сейчас глушану, блядь. Килька-то в томате. Консервы ебучие, ты где? Оглушенные, не? Не оглушенные, блядь. И не пробил еще, да ебучие уши, блядь. Так, ну, давай мы лучше с этим ебаным пиндосом поговорим пока. Это все равно шотный. Здесь еще в меня будет кидать, да? Не подходите ко мне, блядь. Не подходите, говорю. Не подходите, сука. Сдохни, блядь. Добивай немца. Добивай немца, блядь. Добивай немца. Не добил немца. Ты в тумане, блядь. Еще кто-то стреляет, сука. Ты что ли, блядь? Шутная хуйня? Ты, блядь. Ты когда так отожрался-то, алло? Ты что, на анаболиках, блядь? Ты ж хуйня бройлерная, блядь. А ты столько хп успел нахавать. А давай, я назад, типа, отъезжаю, а ты далеко не уходи. Вот. Оглушен, блядь. Сука! Еще один, блядь. Блядь, нас закидывают. Это, походу, дело другой немец, который был шотный. Он откатился, а на меня фуловый выбежал. Я не понимаю, но тут, походу, дело вот здесь же все и сдохнем, блядь, прямо в этой кучке, потому что уже даже карта заканчивается. Выбегай. Выбегай, блядь. Да, это, походу, дело тот шотник был. Блядь, ты зачем я землю опять пристрелил, сука? Убийца, блядь, снега. Снегоуборщик, сука. Давай еще разочек меня стрельни. Стрельни меня. Убей меня полностью, давай. Старана, сука. Все, домой, блядь. До свидули. Я хотел всего один шеврон получить, а получил 25-й еще с горочкой. И снова всем привет. Наконец-то я сделал видос по этому стальному охотнику. Я раньше просто не успел, потому что надо было перед отъездом закончить рефералку, потому что вернусь, она уже, скорее всего, закончится. И охотника тоже хотелось сделать, потому что там нихрена себе 5000 бонов, по-моему. Ну, я не считал, конечно, но, кажись, где-то 5000 в сумме где-то фармится. Как бы все остальное это херня, вот эти раскраски, там какие-то эмблемки, все это шляпа. А вот 5000 бонов это вообще в масть. А это был один из двух запланированных роликов. То есть я их заблаговременно сделал, залил на YouTube, потому что у меня 2 недели не будет, а вы без роликов. Хочу, чтобы оставались. Поэтому поддержите канал, лайки поставьте там, друзьям расскажите. Комменты напишите, я обязательно приеду, все это прочитаю и буду вам отвечать. Всем спасибо, пока.